Здравствуйте. Как провести международный литературный конкурс онлайн? Кто лучше всех пишет короткие рассказы и как развивать навыки писательского мастерства? Об этом говорим в нашей студии организатор конкурса «Сестра таланта» Софья Сыромятникова и Андрей Олих, писатель, член жюри конкурса «Сестра таланта». Здравствуйте. Здравствуйте. Софья, как вам этот опыт, наверное, первый, подведение итогов в режиме онлайн? Если сравнить его с предыдущими, когда было все в такой атмосфере, живой? Ну, достаточно необычно, но деваться, собственно, было некуда. Такие обстоятельства у нас в этом году. Но ничего страшного. И мы решили не отодвигать самое главное оглашение результатов конкурса для того, чтобы у нас участники не сошли с ума от напряжения, потому что традиционно конкурс проходит, стартует с января и завершается концом марта. Было бы странным, если бы мы отодвинули все это на неопределенный срок или на осень. Поэтому мы решили огласить результаты в онлайн-формате. У нас в этом году удивительное количество великолепных работ и большое количество участников не только со всей России, но и из 7 стран мира. И да, страны в этом году очень необычные. Есть и Финляндия, есть и Тунис. Но рассказы все на русском языке. Да, это русскоязычные авторы от 12 до 30 лет. Ваше участие, Андрей, в этом конкурсе, вы были членом жюри. Это ваш первый опыт или вы из года в год уже участвуете? Четвертый год, по-моему. Четвертый год? Четвертый, да? Да. Да, четвертый год уже жюрю. Но в этом году первый раз были повышен возраст у старшей возрастной группы. Это 25-30 лет. До этого было до 25, мы, по-моему, ограничивались. Да. А сейчас до 30 лет, то есть это уже совершенно такие сформировавшиеся писатели. Это и вы оценивали приличный... какую категорию? Старшую. Вот, старшую. Вот если посмотреть на все эти работы, что можно сказать общего о них, которые вы оценивали? Может быть, какие-то тенденции, какой-то почерк, механизмы написания, что-то такое? И есть ли что-то, что выделялось вообще из всего списка? Ну, нет, как раз тенденции нельзя выделить. И это прекрасно, на самом деле, потому что каждый пишет по-своему. Литература прекрасна своим разнообразием. Она такой должна быть. Каждый должен писать своим собственным языком, своим собственным видением мира. Поэтому какие-то вот общие тематики нет. Ну, можно так, конечно, очень обобщенно говорить об общей тематике вот конкурсов. То есть о чем пишет. Допустим, младшая группа чаще о животных, о семье. Эти подростковые группы там от 14 до 20 про любовь, конечно, очень много рассказов. От 20 начинаются, наоборот, поиски каких-то вопросов, тяжелых, возможно. Философия, ну, это, да, жизни, философски, да, жизненно. Ну, это так вот, если обобщать. А на самом деле каждая работа, конечно, несмотря даже на тематику, она будет индивидуальна. И это прекрасно. И вот самые особенно сильные работы, которые доходят до финалов, которые в таком у нас лонглисте рабочем находятся, они все заслуживают какого-то внимания, какого-то прочтения, потому что, естественно, литература, она субъективна. Это не значит, что самый лучший из лучших из лучших, потому что много, на самом деле, хотелось бы отметить. Да, она субъективна как для авторов, для молодых, конечно, так и для жюри, для жюри, да, которые точно оценивают. Софья, еще поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями, что было такого необычного, может быть, в этом конкурсе, в этот раз, чего не было в других. Кто покорил вас, как писатель, начинающий? Кого бы вы хотели отметить, даже, может быть, не призеров, и призеров тоже? Назовите несколько имен. Ну, на самом деле, мы с прошлого года ввели специальную номинацию, так как я являюсь руководителем Центра поддержки и развития чтения, и такая вот у нас есть традиция теперь — номинация «Выбор Центра чтения». Это работы, которые, ну, были на промежуточном каком-то этапе оценивания выброшены членами жюри за борт, так скажем, но очень понравились нам Центру чтения и нашим филологам очень понравились. И были удивительные совершенно работы. Например, работа участника младшей возрастной группы,
про бобра в зоопарке. Достаточно такой простенький рассказ, но написан от имени бобра, и это было трогательно, очень, наверное, не просто трогательно, это было очень наблюдательно написано. Для того, чтобы это написать, нужно было очень хорошо знать всю подробность жизни этого животного. Да, удивительно, что это не кот, не пес, а именно бобер. Да, это был бобер. Был удивительный рассказ в младшей также возрастной группе с названием «Шашка мэра». Мы назвали это вообще юным, автора юным Пелевиным. Очень абстрактный, абсурдистский рассказ, неожиданный и, может быть, немножко странный, но вообще... автор из Москвы, и вы его увидите и сможете прочитать вот в таком вот сборнике, который выйдет уже в мае, и всех-всех лауреатов, победителей всех номинаций. Номинации, кстати, есть не только от Центра чтения, но и от писателя Дмитрия Емца, известный писатель, который с прошлого года учредил свою номинацию «Тройка призеров Дмитрия Емца». И в него входят, в эту номинацию входят победители в жанре фэнтези и фантастика. Ну, так как он сам является специалистом в этой области. Поэтому можно будет в сборнике прочитать еще победителей этой номинации. Ну и, конечно же, к 75-летию победы в Великой Отечественной войне Игорем Валентиновичем Станкевичем и Александром Громовым, председателем Союза писателей, была учреждена номинация «Навеки в памяти». Это рассказы на военную тему. И рассказы были очень хорошие. То есть хорошие практически все, которые присылались. Удивительно то, что они были не банальные, как мы ожидали. Потому что чаще всего... ну, что может написать подросток или юный человек о войне? Ну, что это страшно, что это плохо, и миру мир, нет войны. Нет, таких рассказов не было. Мы удивились, да, на самом деле, этому. Таких рассказов не было, были отличные рассказы на околовоенную тему, где война как бы является косвенным таким вот моментом. Например, рассказ «Нежность», один из победителей номинации «Навеки в памяти», про баяниста, который просто исполнял песни военные перед школьниками. И он, оказывается, был ветераном, и учитель ему сказала: расскажите о войне. А он говорит: да зачем я буду рассказывать о войне, я вам лучше песню сыграю. Вот. Да. И это очень трогательный, на самом деле, момент. И надо же найти его, вот, почувствовать, изначально и описать. Да. Хочу сказать, что прекрасная организация, несмотря на то, что это было онлайн, награждение, я посмотрела в записи, это выложено на сайте, кто не успел, может посмотреть. Действительно, даже вот чувствовалось какое-то... атмосфера. Да, единение было. Да, взаимосвязь. Вот удивительно. Поэтому... Ну, учитывая то, что многие из наших участников приехать все-таки в Самару не могут, и так, награждение... и так бы не смогли. Да, и так бы не смогли, и все равно смотрели это все равно в прямой трансляции. Я не вижу в этом ничего страшного, тем более, что возможность приехать в Самару, конечно же, будет на официальном награждении все-таки и на вручении сборников, которые будут распределены не только по библиотекам Самарской области, по всем библиотекам уже в этом году, но и авторский экземпляр получит все победители номинации. Прекрасные мотивирующие моменты – это и связь с известными писателями, и то, что твой рассказ опубликуют, и так далее. Я бы хотела у Андрея все-таки опять попросить вас обобщить, как такого аналитика, ошибки начинающих все-таки, вот сказать лишний раз, потому что я думаю, что все, кто пишет, начинает писать, они все проходят приблизительно вот через одни и те же этапы и ошибки. Ну, мы записывали мастер-классы, каждый из нас, это тоже онлайн, это было тоже дистанционно, даже непривычное чувство, потому что, ну, как-то публикает это одно, а когда сидишь и вещаешь в одиночестве, это немножко другое. И здесь я говорил не столько о литературных ошибках, потому что литературные ошибки, они разнообразны, их масса. И, по-моему, Бабель сказал, мне нравится эта фраза, что иногда ошибки бывают важнее успехов, потому что успех — это всегда одинаков, а ошибки у всех разные. Mm-hmm. Это такая вот индивидуальность. Поэтому ошибок и не стоит бояться. А вот молодым писателям единственный такой банальный
Но верный совет — это не бояться. Не бояться ни опубликования, ни выхода в свет. Обязательно надо показывать свою работу, участвовать в конкурсах, таких «Сестра таланта». Это чудесная возможность, и чтобы тебя заметили, и издательство заметили, и заметили вообще мир, тебя узнал, потому что литература предполагает читательский отклик. Вот самая главная ошибка это бояться, что тебя осудят или что. Если она будет лежать в столе, никто никогда не узнает, что вы великий писатель. Вы продолжаете свою творческую писательскую деятельность? Не прекращаю. Да? Что, может быть, уже новинки следующие подходят? Да, да. Я пишу сейчас. Меня займет это еще как минимум год-полтора. Да, большой роман про Волжскую Булгарию. Сейчас вот в работе ежедневный. Вы все-таки патриот. Нужно вспомнить вашу работу «Безымян лак», да, которая получила известность большую. Дальше у вас вторая тоже же? Да, она все «Безымянки», трилогия «Безымянки», «Улица Свободы» и «Обмена продажи», да. И теперь уже перешли на водную. Теперь у нас, да, Волга, Волжская Булгария, тоже Средняя Волга, и ближайшие места тоже наши. Да, потому что, как мы без Волги, да, волжане, самарцы. Требуют книги, очевидно. Да. Скажите, пожалуйста, Софья, кого вы привлекаете? Потому что раньше вы были, значит, межрегиональным конкурсом, теперь международным. Кто вам помогает? Может быть, несколько слов, потому что без поддержки, в любом случае, как бы мы ни старались, все не болели, не горели. Мы рады, на самом деле, что нас с прошлого года заметила компания «Лукойл», и мы выиграли конкурс грантов от ПАО «Лукойл». В этом году мы выиграли субсидию на губернаторскую, то есть у нас поддержка губернатора Самарской области и фонд президентских грантов. Мы тоже часть гранта президентского выиграли на конкурсе «Сестра таланта», поэтому у нас в этом году достаточно хорошие призы и как бы есть чем гордиться на самом деле вот в этом плане. А развитие и успех самого конкурса, оно зависит от этих составляющих, конечно же, конечно, да? Конечно, да. Мы в этом году конкурс исполняется 7 лет, то есть это достаточно долгий уже путь. В 2014 году он был областным, был небольшим, было порядка 300 работ. Сейчас работ уже практически 1000 работ. Это 71 регион Российской Федерации, это несколько стран. И эта цифра, как она хорошо, что это у нас проходит. Да, кстати, я хочу добавить по поводу ошибок и литературных моментов. Очень хорошие в этом году получились мастер-классы от писателей, не только от Андрея Олиха, но и от Евгения Бабушкина. Это премия «Дебют» и главный редактор радиостанции «Глаголев ФМ». Потрясающий мастер-класс для средней возрастной группы конкурса. И от Максима Замшева, главного редактора литературной газеты. Все эти мастер-классы выложены и на сайте Самарской областной библиотеки, и на официальном ресурсе конкурса. И они будут полезны абсолютно всем, кто занимается литературой. Поэтому я призываю вас смотреть эти мастер-классы. Они действительно могут вас научить, как обращаться со словом, как писать прозу. Да, хочется подчеркнуть вот это значение развития, саморазвития в творчестве, литературном творчестве. И как хорошо, что конкурс этот есть, и что он проходит в Самаре, и что есть такие члены жюри и такой организатор. Потому что действительно, хочу еще раз подчеркнуть, что организация была очень на высоком уровне. Спасибо. А сейчас вы уже упомянули о мастер-классах и о том, что их проводили известные в среде в литературной писатели. И фрагмент одного из мастер-классов от Евгения Бабушкина мы сейчас посмотрим. А потом встретимся с участниками и победителями конкурса. Не переключайтесь. Татьяна Вознюк спрашивает, как находить вдохновение без ущерба себе? Как будто подразумевается, что вдохновение ищется только в разрушительных вещах. Татьяна, я не знаю, но опять же, Станиславский, которого я уже упомянул, говорил, что вдохновение – это результат вашего труда, а не его источник. Он такого не говорил, но смысл в этом. Садитесь, начинайте работать, тогда появляется вдохновение. Ксения Чацкая спрашивает, что нужнее современному писателю – активная общественная жизнь или уединение? Ксения, у нас в условиях карантина выбора нет. Конечно же, уединение. Но вообще-то ищите баланс –
Да, вот как я его нашел в своей жизни. Периодически уходите в люди, уходите в народ, там, ищите истории в общении. Но потом, чтобы это все переработать, конечно, нужны долгие периоды, недели, месяцы, может быть, даже уединения. Но это не значит, что если вы там снимете домик на море, приедете сюда, сразу начнете писать. Скорее всего, вы будете околачивать там груши. Саша Богучарская спрашивает, как быть, если есть проработанная идея, но нет желания писать. Нет желания – не пишите. Возможно, эта идея не для литературы, а для киносценария или там видеоблога. Ирина Сатрихина спрашивает, что посоветуете для правильной саморедактуры. Каким источником лучше обращаться? Знаете, никакие пособия по редактированию я бы не посоветовал, потому что они все для журналистов или копирайтеров. Мой рецепт – просто читайте это вслух. Читайте вслух то, что вы написали. Звучит плохо – режьте. Продолжаем программу. Я представляю следующих участников. Это участники конкурса «Сестра таланта». Лауреат первой степени Александра Шалашова. Здравствуйте. И Артур Балакишеев, начинающий писатель, участник конкурса «Сестра таланта». Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, первый раз вы принимали участие в этом конкурсе или вы уже из года в год идете по этому пути и участвуете в конкурсе «Сестра таланта»? Ну, я второй, я в прошлом году, мне там повезло выиграть в одной из номинаций, думал, может, получится повторить успех, к сожалению, не получилось, но вот так бывает. А вы проанализировали уже, почему так произошло, какие-то вот выводы сделали, работу над ошибками провели? Ну, я потом уже, когда отправил рассказ на конкурс, я анализировал, сам заметил то, что работа намного слабее, но вывод один, не надо отправлять эмоциональные работы, которые как бы для себя очень близки, но остальные могут все равно не понять. Какой рассказ у вас был? Как назывался? Какой рассказ отправляли? А, в этом году? Да. А, назывался «Рудольф». Он был про бездомного кота, который, как бы, я к которому очень сильно привязался, но он погиб. Да, тут хотел сказать драма, но тут даже трагедия получается. Да? Хотя, да, действительно, эмоционально. Уже чувствуется, что ваши отношения и герои, и действительно, раз это закончилось так, то, конечно... Все это понятно. Александр, расскажите о вашем опыте участия. Я участвовала впервые, потому что раньше не было моей номинации, точнее, не было моей возрастной категории. Так. Потому что, как я помню, этот конкурс был до 25 лет, если я не ошибаюсь. Правильно же я так спрашиваю старожилу конкурса? Вот, а я несколько старше. Но в этом году продлили возрастную планку до 30, поэтому я смогла поучаствовать. И вот так получилось, что, да, первое попадание было в цель. Какой рассказ вы представили на суд жюри? Что написали? Что отправили? Мой рассказ называется «Младшая», и он касается ощущений и жизни женщины в деревне в 80-е годы. То есть такой исторический контекст, память о событиях, которых я, конечно, помнить не могу в силу возраста, но очень много разговаривала и с родителями. Например, у меня папа вырос в деревне, он достаточно хорошо помнит все эти вещи. И повествование ведется от лица младшей дочери в семье, у которой трое старших братьев и две сестры. И как она видит их бесконечные сборы, тяжелую деревенскую работу, весь этот быт неналаженный, и как она это ощущает. В общем, я это попыталась передать в такой вот миниатюре. Ну, для вас это другая реальность, наверное, да? И для многих вообще, кто живет в городе, это другая реальность, которая в любом случае интересна читателям, вот окунуться в эту атмосферу жизни деревни. А почему вот такой... выбрали период, конец 80-х? Потому что мне кажется важным поднимать, скажем так, современность через призму какого-то исторического восприятия, потому что очень часто сейчас говорят, что мы, да и не только мы, может быть, люди более младшего возраста, поколение без памяти. Мы, которые ничего не помним и питаемся только современным культурным контекстом. А если мы посмотрим дальше, то, что закончилось, что помнят наши мамы и бабушки, то мы узнаем вещи, которые нам больше никто не расскажет. Только литература и родители. Да. Ну, мы вернемся к вашему рассказу. Я поинтересуюсь, что вас особенно впечатлило. А сначала хочу спросить, что вас натолкнуло к тому, чтобы начать самому писать?
к этой писательской практике. Вот вспомните вот эту отправную точку, толчок, да, вот что это было? Когда вы решили, вот сейчас сяду и напишу? С чего это началось? Да я даже не могу сказать. Мне сначала нравилось просто писать там чисто для себя обзоры футбольных матчей. Но это не матчей. Сочинение в школе, да? Вот не просто сочинение вот в школе меня не проверяли. Из-за почерка говорили, у тебя тройка, и все хорошо. Так, то есть это вне школы? Вне школы. Я сам для себя, ну, мне нравилось просто писать обзоры на матч. Я потом показывал родителям, папе, просто друзьям, типа вот как получилось. А потом что-то маломальски, мне захотелось писать еще и художественную литературу, особенно там на волне, когда читаешь там про сталкер, про прочее, типа, чем я хуже, и вот как-то пошло-поехало. Да, то есть фантастика тоже, в такие фантазийные сюжеты у вас тоже присутствуют, да? Но я их больше люблю читать, чем писать. Ага, понятно, потому что я подумала, так тут история кота, вроде бы реальная, приземленная, а здесь вдруг сталкер. Ну, экспериментирую с жанрами. Да, ну и не зря говорят, что нужно читать других, чтобы для развития, но это понятно, да. Если не читаешь других, и сам, наверное, мало что сможешь написать вот уже в таком... в хорошем ключе. Александра, как это у вас произошло? И сколько вам было лет? Вот можете вспомнить, когда вы начали писать? Ну, я, наверное, вспомню скорее больше свои первые поэтические опыты, которые произошли несколько раньше, чем опыты в прозе. Но я думаю, лет в 11 я уже пыталась что-то писать, а лет в 14 у меня уже какие-то были романы, записанные в общие тетрадки. Ну, в общем, достаточно забавно, на самом деле, вспоминается. А в 17 лет я поняла, что хочу поступить в литературный институт имени Горького, и там нужно было пройти творческий конкурс. И, естественно, я написала вступительную повесть, сделала подборку стихов, не прошла, не поступила. То есть вы еще и поэт? Да, так получилось. Да, ну теперь стали сразу, видите, нашли свой конкурс и стали сразу победителем, лауреатом первой степени. Какие ваши впечатления от участия именно вот в этом новом режиме для всех, онлайн-режим? Какое впечатление на вас произвело? Мне больше понравилось непосредственно быть в зале, да. Да, у вас есть с чем сравнивать, потому что Александра-то, она первый раз стала участницей такой церемонии награждения онлайн. То есть живое все-таки лучше, но... Да, чувствуешь себя как на Оскаре, ждешь, когда кого объявят. Ну да, атмосфера сама, конечно. А здесь получается, что только вот говорят, кто номинирован и кто победил. Понятно. Александр, скажите, пожалуйста... ваши стихи и ваша проза, тема, тематика, они созвучны или все-таки поэзия это больше лирика такая, а проза это уже такая жизнь, жизненная такая уже тематика? Это жизнь. Интересный вопрос. Я бы сказала, что жизни жизненной достаточно и в моей прозе, и в моих стихах. Единственное, что это разные стилистические решения. То есть если в поэзии я больше придерживаюсь, что называется, каких-то актуальных экспериментальных практик, в том числе так называемое found poetry, найденное письмо, какие-то поэтические ready-made, ну, в общем, актуальные практики. А в прозе я более консервативна, потому что выросла на соответствующей консервативной литературе. Сказала бы так. Угу. Ну, самое время познакомиться с вашим творчеством. Если можно, прочитайте отрывок из вашего произведения. Да. А Артур, наверное, на память потом нам прочитает. Или у вас тоже есть? У меня прошлогодний. Хорошо. Александр, пожалуйста, камера ваша вот эта. Можете. Рассказ «Младшая». В 4 утра в доме пахнет белой штукатуркой. Печка остывает, нужно прятать ноги в тепло. Одеяло шерстяное, тонкое. Я не слышу солнца. Мама слышит. 4 утра — ее время. Ей и остывшая печь, и щель в рассохшейся раме, и грязные следы отцовских резиновых сапог на полу. Пришел ночью тяжелый, мрачный, долго пил чай с карамельками. Молчал. Мама подходила, спрашивала, но ничего. Мама вытирает грязь. Не терпела неубранного дома, но дело не в этом. Отец вчера пил, но вставать ему на час позже. Моя мама телятница. Отец пастух. Да, интересная у вас и манера. Я бы сказала, даже между поэтической и прозаической. Вот что-то такое есть. И вообще... Я хотела вам задать вопрос, какое у вас образование, но вы сами сказали, это действительно влияет. Справедливости ради спрошу, Артур, у вас какое у вас образование? 11 классов. 11 классов, пока нет такого профессионального.
Интересно, действительно, вот достойное произведение. Понятно, почему вас так оценило жюри. И вообще, вот ваша манера, и вы, вот действительно, что-то вот у меня в вашем образе есть, и от Ренаты Литвиновой, и вот именно что-то между поэтессой, хоть вот и не любят, когда называют, и писателем-прозаиком. Поэтому, вот мне кажется, это ваша такая изюминка, специфика, которая, вот на которой можно сделать такой акцент, да, вот это вот совмещение именно. Есть вот такое. В этом что-то есть. Люблю Литвинову, вы правы. Да, вот видите. Артур, настало ваше время, ваша камера, познакомьте нас и зрителей, и читателей. Только вот надо сейчас небольшую оговорочку. У меня выиграл немного другой рассказ, но организаторы его там по определенным причинам не захотели публиковать, поэтому в срочном порядке пришлось другое отправлять. Поэтому, если что, он не победный. Так, будем иметь это в виду. Вот. Ну, я концовку зачитаю. Там мистическая история, ну вот именно концовка. Мы поблагодарили мужчину и поспешили в квартиру Олега. После этого рассказа он стал паковать вещи, а мы в этом усердно помогали. Упаковав чемодан, он позвонил арендодателю и сообщил, что решил съехать. Договорился, когда может передать ключ. После этого Олег забронировал на несколько дней номер в хостеле до того момента, пока не найдет новое пристанище. Угу. Да, ну такая вот динамичная проза. Тут есть у вас развитие и... Даже вот взгляд, да, вот именно развитие и движение вперед, вот в будущее остановка такая, интрига, драматургия. Есть, есть. Просто больше динамики было именно в том, который победил, там экшен был, но организаторы сказали, что по цензуре не проходит, поэтому... Да, наше время беседы подходит к концу. Хочу узнать у вас, где можно будет ознакомиться, что вам пообещали, будут ли опубликованы ваши рассказы, где и где читатели могут с вашим творчеством познакомиться уже в изданном виде. Я так поняла, что вот эти рассказы будут изданы в сборнике аналогично вот такому, и еще в твердой обложке нас тоже обещали издать, поэтому, я думаю, будет распространено по библиотекам Самарской области, если я правильно все поняла. Ну, а ваш прежний рассказ вышел, где-то был опубликован, с которым вы... Ну, только именно тот, который выиграл, нет, а тот, который организаторы попросили, вот в этом сборнике, собственно. Ну, вот видите, как приятно. Ну что ж, попрошу зрителей нашего канала запомнить эти имена. Александра Шалашова, лауреат первой степени конкурса «Сестра таланта», и Артур Балакишиев, начинающий писатель. Запоминайте, читайте, узнавайте, вникайте и развивайтесь сами. Всего хорошего. Я прощаюсь с вами. До следующих встреч.